Всем привет! Это экспресс-обзор на материнскую плату MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC. Он будет не совсем обычным, так как я не буду перечислять характеристики и рассказывать о том, какая она красивая, а подсветка красочная, а просто расскажу про впечатление, которое оставила она у меня после двух недель тестирования. На первом этапе мы видим, что ее комплектация достаточно богатая. Это ожидаемо от материнки за 200 баксов. Это одна из самых дорогих материнок от MSI на чипсете Z370, да и среди конкурентов тоже. Сам внешний вид тоже создает приятное впечатление, особенно когда включаешь подсветку. Но как всегда подводит программное обеспечение от MSI. Выбрать цвет отличный от красного не представляется возможным. Надеюсь, к выходу этого видео это уже пофиксили. На материнской плате присутствует множество различных портов и разъемов, в том числе и под SSD M2, у одного из которых есть якобы радиатор, но на самом деле это обычная жестянка, не играющая особой роли в охлаждении, так что можно сказать, что охлаждение у SSD M2 отсутствует. Теперь про саму работу материнской платы. Как я уже отмечал ранее, программное обеспечение у MSI глючное, и нужно ждать исправлений или стабильных версий. К примеру, во время разгона процессора 8700K некоторые утилиты подвисали несколько раз, из-за этого пришлось перезагружаться, так что заниматься разгоном лучше из BIOS, который, к слову сказать, далеко не лучший и, по моему мнению, уступает по удобству и интуитивной навигации ASUS-овскому или EVGA-шному, но зато он не такой убогий, как у Gigabyte. Сама же материнская плата работала стабильно, и единственным минусом было только постоянное завышение напряжения для процессора в автоматическом режиме, так что при разгоне обязательно нужно подстраивать напряжение вручную. 10-фазовая система питания материнской платы достаточно хорошо охлаждалась радиаторами, и под нагрузкой держалась в районе 50 градусов, так что проблем с перегревом в зоне VRM, как у многих материнок на чипсете X299, у нее нет. В целом же данная материнка имеет как и большие возможности, так и неприятные минусы, поэтому у меня остались неоднозначные впечатления о ней, и рекомендовать ее или не рекомендовать я не стану. На этом у меня все, до новых встреч.